Тем временем «Казатомпром» выходит на IPO. Завершить сделку в компании планируют уже в следующем месяце. Первые публичные акции разместят на фондовых биржах Лондона и Астаны. Отмечу, «Казатомпром» – крупнейший производитель урана в мире. На его долю сегодня приходится 20% мирового фонда. Планируемое IPO «Казатомпрома» является ключевым элементом программы приватизации фонда «Самрук-Казына» и правительства Республики Казахстан, которая направлена на формирование эффективной и конкурентоспособной экономики страны в соответствии с рекомендациями ОЭСР о снижении доли государства в экономике. Публичное размещение принесет значительные выгоды компании, обеспечит устойчивую базу долгосрочных акционеров и предоставит доступ к более широкому спектру возможностей привлечения капитала и будущей ликвидности.